Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. С наступлением осени щука понемногу оживляется, и у нее появляется хороший аппетит перед зимними холодами. Многие спиннингисты ждут с нетерпением этого времени, ведь можно приступить к исследованию тех участков, которые на протяжении всего лета обловить не удавалось из-за подводной растительности. Щука отдает предпочтение пасмурной погоде, но и в солнечную погоду она кормится, только уже в других местах. В пасмурный день зубастая может кормиться в течение всего дня. Не менее успешной будет ловля сентябрьской и октябрьской щуки на замкнутых водоемах. Здесь хищницу следует искать вблизи островков подводной растительности, на участках с неравномерным рельефом дна и на свалах. Щука любит затяжные дожди на несколько дней. Если дождь продолжается третьи сутки, то можно смело ехать за ней. Первые два дня начала дождливой погоды щука адаптируется. Она стоит у дна практически без движения, а падающие капли дождя сбивают ее радары. После адаптации у нее просыпается зверский аппетит. Во время ловли зацикливаться на одном участке не стоит, поэтому меняйте как можно чаще место, поскольку если после 10-15 бросков атаки щуки не произошло, это может означать только то, что ее на этом месте нет. С уверенностью определить, на какую приманку она будет ловиться лучше всего, сложно, поскольку на это влияет много факторов, таких как особенности условия водоема, время суток, погодные условия и малек, которым щука питается в водоеме. Поэтому, отправляясь на водоем, необходимо иметь в своем наборе большой ассортимент искусственных приманок. Считается, что наиболее уловистыми являются вертушки и воблеры, но это не означает, что колебалки и силикон можно откладывать в сторону. В конце октября, начале ноября наступают первые заморозки. В этот период вода очень сильно остывает. В результате этого подводная растительность замирает и ровным слоем ложится на дно водоема, тем самым открывая рыболову новые участки для ловли зубастой хищницы. В такой холод ловить щуку лучше на зимовальных ямах и просто глубоких участках водоема. Следуйте советам и присылайте фотографии пойманных вами трофеев на почту, указанную в описании. Также в описании вы сможете найти ссылочки на лучшие рыболовные интернет-магазины. Всего вам доброго!